Барнаульский котельный завод, которому сегодня исполняется 10 лет, представляет собой современное предприятие по производству энергетической арматуры. Изначально, 10 лет назад, когда было принято решение на базе коллектива, на базе тех наработок и опыта персонала, конструкторского, производственного Сибэнергомаша, создать предприятие, задумка была создать предприятие, которое будет производить арматуру лучшего качества, нежели производилось. Арматуру, которая востребована, арматуру, в конструкции которой будут учтены последние решения, последние новинки отечественного и зарубежного арматуростроения. Естественно, применительно к тепловой энергетике. За те 10 лет было сделано многое. Во-первых, создан коллектив, работоспособный, инициативный и сплоченный. Второе – производственная база. Производственная база – это современное оборудование, которое базируется на оборудовании с числовым программным управлением. Это горизонтально расточные станки, это токарные обрабатывающие центры, фрезерные обрабатывающие центры, на которых сейчас изготавливаются все ответственные детали для нашей арматуры. Это высокая точность, это высокая частота поверхности, это гарантированное качество. При изготовлении деталей практически исключается человеческий фактор. Та основная причина, по которой происходит отклонение при изготовлении. Все программы разработаны специалистами, установлены, утверждены, и по этим программам работают наладчики и операторы станков с числовым программным управлением. Предприятие ни единого года не стояло на месте, будь то годы становления, будь то годы кризиса или послекризисные, которые оказались не более легкими годами. Каждый год мы ставили на производство все новые и новые изделия. Сегодня это практически вся номенклатура Чеховского завода, это вся номенклатура Сибэнергомаша. Если взять по типоразмерам арматуры, то это порядка 300 типоразмеров арматуры. Если взять в процентном отношении от арматуры, выпускаемой для энергетики в России, то мы занимаем нишу в размере где-то около 8% по объему выпуска в количестве арматуры. Это немало для такого предприятия, как наше. У нас всего работает 200 человек на сегодня, но мы не остановились, мы продолжаем развиваться. Год от года мы разрабатываем новые планы технического развития, в которых учтены новые разработки конструктивные, в которых учтены наращивание производственных мощностей за счет самого современного передового оборудования, в которых учтены современные методы контроля и испытаний нашей продукции, испытания по подтверждению характеристик ранее созданного и модернизируемого оборудования. При взаимодействии с потребителем главное наше кредо – это требование потребителя, для нас – закон. Базируясь на этом требовании, наверное, предприятие не сможет быть убыточным, не сможет быть невостребованным на рынке. Поэтому наша продукция на сегодня востребована, поэтому мы конкурентоспособны. Если рассказывать о каких-то конкретностях, о каких-то людях, то надо, естественно, отметить неоценимую заслугу генерального директора Гаммера Александра Эдуардовича, который у нас
имеет опыт работы главного конструктора на Сибэнергомаше, многолетний. Это производственный опыт Куренского Юрия Александровича. Это огромный опыт технолога, главного технолога нашего предприятия Зудилова Александра Петровича. Это и многие другие, без которых на сегодня наверняка не было бы предприятия, которое мы имеем сегодня. Коллективу хочется пожелать сохранять свою боевитость, сохранять свой настрой, нацеленность на достижение новых целей и уметь преодолевать все трудности, которые постоянно появляются на пути освоения новой продукции, на пути повышения качества, на пути повышения удовлетворенности нашего потребителя.